Рост цен на энергоресурсы вынуждает потребителей и в первую очередь бюджетные организации задуматься об экономии и в то же время более ответственно относиться к учету расходов тепла, электроэнергии и воды. Как решают этот вопрос в Бердянске в репортаже нашего собственного корреспондента Игоря Стрельцова. Из всех бюджетных организаций Бердянска наибольший расход тепла, воды и электроэнергии приходится на детские сады и общеобразовательные учреждения. Учитывая это, в городском отделе образования решили создать электронную систему учета и потребления энергоресурсов. Делать какие-то выводы о экономии, увеличении расходования, понижении расходования мы не могли, мы не видели картины. И вот сейчас уже благодаря этой программе мы можем видеть реальную картину, сколько потребляется по месяцам. Мы можем сами анализировать и задавать вопросы руководителям садиков, школ. Почему у вас по сравнению с прошлым годом в эти месяцы идет увеличение потребления энергоресурсов? То есть почему так происходит? В электронную базу были внесены не только текущие показания счетчиков, но и данные за последние 2 года по каждому дошкольному и общеобразовательному учреждению. После анализа принимались меры по снижению расходов энергоресурсов. Результат: в 2013 году в сравнении с 2012 удалось сэкономить тепла на 850 тысяч гривен, электроэнергии на 38 тысяч. Элементарно, это как вот по примеру других школ, это когда мы светоотражатели наклеиваем возле батарей, грубо говоря. То есть это позволяет увеличить температуру на 2-3 градуса. Если каждый начнет выключать свет, выходя из класса, из аудитории, из кабинета, то в целом это даст позитивный эффект. Хотя это никак не связано, например, с деньгами. Да? Вы ничего не тратите. В ближайшее время в электронную систему учета начнут вносить данные от учреждений культуры, здравоохранения, управления труда и социальной защиты населения. В перспективе подключение к ней коммунальных предприятий города.